Ну что, друзья, покажу вам шедевр кондитерского искусства. У моей бабулечки, дорогой, сегодня день рождения. И вот мы ей сделали вот такой тортик. Любимая наша бабулечка Марусечка, поздравляю тебя с днем рождения. Вот. Мне когда-то дали телефончик один. Вот, у этой девочки, зовут ее Людмила, есть сайт, я его ниже в комментах повешу, если кому-то нужно будет. И вот мы заказали такое творение. Значит, наша бабуля, я дал фотографии, короче, да, и вот они с этих фотографий склеили фигурки. Две ее внучки сидят, в карты с ней играют обычно. Это ее зять и ее сын. Они все время в шахматы у нее играют, вот, изготовили их таких. Это ее дочь, мама моя, которая все время готовит. И я даже знаю, какие вареники тут с капустой, а какие с вишнями. Представляете, даже варенички вот такие вот сделали. То есть, ну вот, размерчик, да? Вот я там, кстати, меня устанавливать надо отдельно. Мы еще не поздравляли ее, да? Вот поставим. Я никогда не носил таких зеленых штанов, правда. Скажу честно, но тем не менее. Вон жена моя там, Людмила Григорьевна. Нас установят перед тем, как мы будем ее поздравлять, да? Пока мы еще не записали. Ну вот, представляете, вот такое творение. Она любит очень диван этот. Это я ей когда-то подарил. Кресло у нее такое. Платье один в один, кстати, похоже. Ну и сама доброта, конечно, бабуля наша. Очень похоже. Вот такой сделали торт. Все с фигурки съедобные, естественно. Вот, ну молодцы, просто порадовали. Я его вез, и мы в Крёмом Роге сейчас, я его вез в поезде, охранял, просто такую клетку ему сделал, чтобы, не дай бог, не нарушить. Не, нормально, все доехало. Ну, такое, вот такая прелесть, правда? Целая такая миниатюра. Бабуля еще не видела. Это я поэтому снимаю, его потом начнут есть, я подозреваю. Может, сохранит фигурки, потому что дети, конечно, очень хотят папе голову откусить побыстрее. Ну, я имею в виду фигурку тортика, наверное. Вот, ну, такое. Ну, такое творение. Шахматисты тут. Батя в костюме, конечно, давненько ходил, скажем честно, но тем не менее. Вот такой тортик. Ну, прелесть, правда? Правда?